بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أي أصل؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Сейчас спрашивают, а какой основой мы говорили на прошлом уроке? السمع والطاعة. Слушаться и подчиняться правителю. وقلنا ضد هذا الخروج العصيان. نعم. И противоречием этой основе является выход против правителя и неподчинение ему. Но также это не говорит о том, что мы должны подчиняться в том, что противоречит шариату, в грехе. И также мы не должны молчать или как бы поддерживать то, что является порицаемым, заблуждением. على رؤوس المنابر أيضا. И также не является правильным порицать правителей стоя на мимбарах, да? وقلنا وسط. Поэтому выдерживаешь середины. وقلنا نحذر من الأمور التي ليس فيها سمع ولا طاعة التي قد نراها صغيرة وقد تؤدي إلى الكبائر. То есть также мы не должны небрежно относиться к вещам, которые кажутся нам мелкими, потому что они могут привести к более серьезным последствиям. نعم. الآن الأصل الذي معنا. هو أننا لابد أن نفرق بين العلماء علماء أهل السنة العلماء الربانيين وبين المخالفين لهؤلاء نعم لأننا في هذه الأيام يعني اختلط نسأل عافية السلام نعم. То есть также следующее снова является то, что мы должны разделять между учеными Ахли Сунна валь Джамаа, истинными учеными и лжеучеными, да? И, к сожалению, говорит, наши дни, говорит, все перемешалось, да? Нам. А, яхвана. العلماء كيف نعرف أنه هذا عالم يعني من علماء أهل السنة أو عالم مخالف لعلماء أهل السنة؟ Как мы сможем отличить наши дни? Является ли данный ученый из ученых Ахли Сунна или же он из тех, кто противоречит им? نعم. أولا لابد أن تشهد له الأمة يكون في شهادة تشهد له الأمة بالتقوى والصلاح والاستقامة والهداية. То есть в первую очередь община должна засвидетельствовать о нем, да, о том, что он на истинном пути, да, то, что он человек богобоязненный, да. مثاله الآن عندنا الأئمة الأربعة. رحمهم الله. Как, например, возьмем пример этот четыре имама, да? الأمة شهدت لهم بالصلاح والاستقامة والهداية. То есть община засвидетельствует о их праведности, да, о их придерживании прямого пути, да, об их богобоязненности. وأصبحوا بفضل الله أئمة لأهل السنة والجماعة. يقول أن يستالي يقول بميلستي الله إماما من أهل السنة والجماعة. كالإمام مثلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. Как, например, إمام أبو حنيفة رحمه الله. نعم هو إمام من أهل السنة. شأن أم أبينا إمام نعم. То есть он является имамом أهل السنة والجماعة. Желаем мы этого или нет, нравится нам это или нет, он из числа из имамов أهل السنة والجماعة. لكن لابد نتوسط فيه. الإمام لا إفراط ولا تفريط. Однако в отношении имамов ученых мы также должны придерживаться середины. نعم هو إمام لكن ليس بمعصوم. То есть да он имам из числа больших ученых, но он не является обезопасенным от ошибок. نترحم عليه. Просим за него милостью Аллаха. لا نقبل أي أحد يطعن فيه. И также не допускаем того, что кто-то порицал его. إذا هناك بعض المسائل فيها مخالفة للكتاب والسنة نبين هذا الخلاف دون أن نتكلم على الإمام بشيء. То есть, ну, если в то же время есть какие-то вещи, в которых он впал в противоречие в Коране и Сунне, мы их разъясняем, но никак не осуждаем имама за это. الإشكال في هذه الأيام أننا نرجع إلى Google مثلا. Проблема, говорит, наши сегодняшние дни является то, что, говорит, в каждом вопросе люди начинают возвращаться к поисковику, как Google, например. نرجع إلى أناس في الفتوى في العلم هو لا يعرف أصلا أنه مسلم. То есть и спрашивают фатву людей, которые вообще неизвестно вообще мусульманин ли он. نعم. الآن أنت إذا مرضت إيش تصنع؟ Например, человек заболеет на сегодняшний день. حتى لو مرض يسير. Даже говорит, какая-то маленькая болезнь будет. Что ты будешь делать? تذهب إلى أي طبيب؟ Ты боишь, к какому попало врачу? لا. Нет, говорит. تبحث عن أعلى طبيب. Ты будешь искать хорошего врача, лучшего врача. تذهب إليه. Пойдешь к нему. يكتب لك العلاج. Он тебе выпишет, как лечиться, да? Мубашара тазаб таштар аль-илаж ташраб? Ла. Ты сразу же, говорит, пойдешь, купишь то, что он тебе выписал, начнешь лечиться? Таштар аль-илаж? Купишь ад-дава? Лекарство? Тафтах? Откроешь? Ва такра аль-васфа? Начнешь читать аннотацию к этому лекарству. Татаакад миа биль миа кабла ан ташраб ад-дава. Ты убедишься, что именно лекарство, именно от этой болезни, прежде чем выпить его. Ташраб ад-дава.
وستوفكول بالكارسة. وبعد أن تشرب أحسس بشيء توقف الداء ترجع إلى الطبيب. يشوفش что-то не так, да, что ты сразу останавливаешься, перестаешь пить, опять возвращаешься к врачу. هذا بما يتعلق بالبدن. Это то, что связано с твоим телом. فما بالك بما يتعلق بالدين. А что тогда говорить о том, что связано с твоей религией? لابد تتحرى في دينك. Ты должен говорить и быть избирательным в своей религии. لا تسمع لأي أحد. Не слушать каждого, кто говорит. تستفتي من تثق في ديني وعلمي. И должен брать фатву только лишь у того, кому чьей религии и знаниям ты доверяешь. عرفتها الأمة بالتقوى والصلاح والاستقامة والهداية. عابد ناسك يعمل بعلمي. То есть ты берешь фатву того, который известен в общине своей богобоязнью, своей праведностью, тем, что он делает дела с соответствующими знаниями, идущие по прямому пути. Я говорю вам إنسان لا يصلي أصلا في الجماعة. Например, как человек, который в принципе никогда в джамате намаз не читает. تسألوا عن صلاة الجماعة؟ Будешь ли ты у него спрашивать о общественной молитве, о джаматской молитве? إيش يقول لك؟ Что он тебе может рассказать? قل صلاة الجماعة ليست بواجب. Он тебе скажет, что намаз в джамате не является ваджибом. إنسان لا يحفظ القرآن. Как, например, человек, который не учит Коран. ويأتي هذا يسأل. И придет к нему другой и спросит. يقول أنا أريد أحفظ القرآن. Я, говорит, хочу выучить Коран. هل هذا يأمر بحفظ القرآن؟ Скажет ли он ему, да, учи, будет ли он побуждать? هو لا يحفظ القرآن أصلاً ولا يعرف كيف يحفظ القرآن. Он сам в принципе не учит Коран и не знает, как его учить. Что он может посоветовать? والله سبحانه وتعالى أمر بسؤال من. И поэтому Аллах приказал нам кого спрашивать? فاسألوا أهل الذكر. Аллах говорит в Коране: فاسألوا أهل الذكر, то есть спрашивайте обладателей знания. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا لابد نرجع إلى من نثق في دينهم وعلمهم, ولا نرجع إلى أناس لا يعرف أصلا. حتى العلماء عندنا كبار علماء وعندنا علماء, لا نرجع إلى العلماء, نرجع إلى كبار العلماء, إلى الربانيين. شيء говорит о том, что мы, говорит, не должны возвращаться к ученым. У нас есть ученые, есть большие ученые. И мы не должны возвращаться просто к ученым, мы должны возвращаться в своих вопросах к большим ученым, которые как раббанин, да, которые достигли высот, да, в знаниях. Ха, аль-ильм дин. Талаб аль-ильм, ибада ва ада. То есть, говорит, это знание, говорит, это есть религия, говорит. Поэтому требование знания, говорит, это, говорит, просто как обычаи людей или же, говорит, это поклонение Аллаху. Аль-ибада ла тукбал илля биль-ихлас. والمتابعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Поэтому любое поклонение не будет принято до тех пор, пока в нем не будет искренности и ихласа и не будет следования за пророком صلى الله عليه وسلم. هذا الان مثلا قال انا اريد ان اسير على هذه الطريقه. И человек скажет, например, я хочу идти по этому пути. اخذ من كبار العلماء. Буду брать от больших ученых. بل يقول انا اخذ عن شيخ الاسلام ابن تيميه. Я, говорит, буду только читать книги шейха Ислама ибн Таймии. Акиф аля кутуби, аля фатави. Буду читать его книги, читать его фатвы. Эш яхрудж? Что будет? Бад фатра, мада яхрудж хад? Через какое-то время, что будет? Шейх Ислам зани хад. Он будет вторым шейхом Ислама ибн Таймии, говорит. Сахих валлах. Потому что он читает его книги. Лакин хада ярджи иля унас ла яруфу бил ильм. Вала яриф ат-тариқа ас-сахих. Мада яхрудж? Яхрудж мисль. А если человек берет знания от неизвестных людей, которые не знают, как преподавать, итогом будет то, что он будет подобен им. Анти такул фулан ибн аль-Кайим, мин туллаб ман? Мин туллаб шейха аль-Ислам ибн Таймия. Как возьмете, говорит, пример ибн аль-Кайим. Он чьим студентом являлся? Он является учеником шейха аль-Ислам ибн Таймии. Алан тахрудж баъд аль-кутуб индана, баъд аль-расаиль, баъд аш-шурухат. То, что мы видим, говорит, распространяется, говорит, некоторые, говорит, послания, книги, да, разъяснения какие-то. وهذا يقول لك هذا الكتاب جيد وكذا. И человек говорит, это, говорит, хорошая книга, говорит. هذا الدرس مفيد. Это, говорит, полезный урок. من إلى من نسمع إخواننا في هذه الأيام؟ نسمع إلى أناس لا يعرفوا بالعلم ونقرأ إلى أناس لا يعرفوا أصلا أنهم من السنة أو أنهم من أهل الإسلام مثل جوجل مثلا الآن. Говорит, кому мы, говорит, на сегодняшний день будем слушать? Тех, кто, говорит, о которых мы ничего не знаем. Или же, говорит, вообще мы не знаем, вообще мусульмане или те, кто отвечает, как, например, люди, которые возвращаются в Google, да, и там задают вопрос. Халлеу кафеу кафан. Вставайся. Гарабу алина шуэй, хана. Тааль, тааль, шуэй. Кстати, поближе взять. Фалан мухим жидден хаза лбаб. Мухим жидден. Анна аддин юхад мин алкибар. Вала юхад мин ассигар.
И здесь очень важной основой, говорит, является то, что, говорит, знание, говорит, религия берется от больших ученых и не берется от маленьких. يعني الآن تأتينا فتوى في العقيدة. نعم. في التوحيد. Например, говорит, если будем смотреть фатву в таухиде, вопросы акиды. من الشيخ بن باز رحمه الله. Это фатва от шейха бин Баз رحمه الله. تقبلها ولا؟ Ты примешь ее эту фатву или нет? أقبلها نعم. Да, говорит, примешь. تأتينا فتوى في الجهاد. И придет фатва вопроса джихада. من الشيخ بن باز ما نقبلها؟ От шейха бин Баз, говорит, разве мы ее не примем? نقبل إذا كان نقبل في العقيدة فما بالك في مسألة فقهية جهاد. Если мы говорит от него принимаем вопросы акиды, разве не будем принимать вопросы фикха, которые связаны с джихадом? الذي يعني حدث في هذا العصر أنهم في الجهاد يرجعوا ناس غير معروفين في العقيدة يرجع الشيخ بن باز سبحانه عجيب هذا. Сегодня говорит наши дни говорит удивительное положение людей. В вопросах акиды говорит они возвращаются к шейху бин Базу, а в вопросах джихада говорит они возвращаются к каким-то неизвестным людям. لا إذا لابد أن نفرق بين علماء السنة علماء العلماء السائرين على طريقة السلف الصالح والعلماء المخالفين. Поэтому говорит наши дни мы говорит должны отличать говорит тех ученых которые идут по пути пророка Саасам по пути сунны и от тех которые противоречат им противоречат основам. نعم هذا قد يستدل هذا المخالف قد يستدل بالكتاب والسنة. Даже если тот, и тот из ученых, который противоречит Корану и Сунне, даже если он приводит доводы, доказательства из Корана и Сунны. يلبس عليك. То есть приукрашает тебя, да? لا. أنت تكون مع كبار العلماء. Ты же говорит, будь с большими учеными. ولابد أنك تفرق بين هؤلاء وهؤلاء. И ты должен разделять между теми и этими. الكلام على العلماء هذا ليس لنا. فلان عالم فلان شيخ عالم هذا ليس لنا. То есть, ну, также мы не должны бросаться в рассуждение, такой является ученым, такой не является ученым, это не лежит на наших шеях. أنت ترتاح تأخذ عن كبار العلماء والحمد لله. Ты говорит, расслабься, говорит, бери от больших ученых и все, говорит, тебя больше ничего не должно волновать. نعم والله أعلم. И Аллах знает об этом лучше. نعم. بعد